Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня по-прежнему зовут Ира, и сегодня я решила поделиться с вами своими эмоциями, поскольку я получила посылку из самой Америки от моей землячки Гали. Галечка, огромное вам спасибо! Я в шоке. Я не ожидала, Галина написала мне на почту, что хотела бы выслать мне некоторые ароматы на пробу. Через эти пробники она покупала себе полноценные флаконы. Я, конечно же, с большой радостью, друзья, всегда открыта. Если вы хотите выслать мне какой-то аромат на обзор, на пробу, я всегда за. Посылка шла очень долго, ну, около месяца, понятно, сейчас такая ситуация, тем более из Америки. Но вот она пришла, и какого же было мое удивление, когда помимо всех от Левантов я обнаружила там еще и полноценный флакон, который мы сейчас с вами распакуем. Это будет первое впечатление, да, распаковка первого впечатления. Но сначала покажу, что ждет в будущем, что я буду активно тестировать, пробовать, обо всем вам расскажу. Это просто огромное количество самых разных ароматов от бренда Мюглер. Ароматы от бренда Мюглер всегда вызывают во мне как бы восторг и настороженность, поскольку они все очень яркие и достаточно странные. Поэтому покупать их вслепую достаточно рисковое дело. У меня есть всего два аромата от Мюглера в коллекции. Это Ангел Мюс и Флора Футура. А вот, и теперь просто посмотрите, здесь все, я даже не буду показывать, как бы интригу держать, да, обо всем этом. Но здесь просто я сразу вижу ангел круизный. Боже, как он мне нравится. Здесь еще подборочка. И еще одна. И еще одна. Посмотрите, сколько всего мне предстоит попробовать и вам рассказать. Ну, это же вообще. Две миниатюрки, друзья. Вот такие. Скажу сразу, уже попробовала. Вот этот очень классный, такой сладкий, ой, такой приятный. Ну, обо всем расскажу в отдельном видео. Вот эта миниатюра Womanity. Очень рада. Огромное спасибо. Аромат для меня неоднозначный. То ли нравится, то ли не нравится, не могу определиться. Поэтому миниатюрки, мне кажется, просто за глаза. Огромное спасибо. Ну и перейдем к распаковке аромата, который оказался полноценным огромным флаконом от Michael Kors. Аромат, который называется Turquoise, наверное, не знаю. Вот такой бирюзовый флакон. Не флакон, а коробочка. Очень меня интригует, что же там внутри. Почему интригует? Потому что у меня нету вообще ничего от Michael Kors. Я никогда ничего не пробовала этого бренда. Вот этот аромат, по-моему, заявлен как акватический. Это не самое мое любимое направление. У меня вообще нету в коллекции ни одного акватического аромата. Поэтому мне очень интересно, что это такое, как это пахнет, понравится мне или нет. Мне показалось, что распаковка и первое впечатление будут интересны и мне, и вам. Итак, начнем. Просто так вот, не жалея, снимаю следу, которая мне никогда не нужна. Ну, все красиво. Все очень красиво. Здесь такое серебряное и бирюзовое. Распаковываю. Вау, такая крышка, посмотрите. Ой, такой цвет красивый. Ну, сразу понятно, что это что-то очень такое акватическое. Морское, возможно, даже, не знаю. Но такая крышка, она очень красивая, она очень нравится. Такая зеркальная, мне кажется, будет очень залапываться. Итак. Ну, давай сюда. Один холостой был, как и положено. О! Это очень приятная, на самом деле, акватика. Цветочная. Есть здесь такая морская волна. Ой, что-то такое сладкое. Очень классная. Очень классная акватика. Огромное вам спасибо, Галочка.
я вся ваша. Очень нравится. Большое спасибо за то, что вот у меня появился благодаря вам акватический аромат в коллекции, который мне очень нравится. Это какие-то сладкие маленькие цветы. Я не знаю. Пирамиду, опять же, я это просто, ну вот по-честному, да, это распаковка первого впечатления. Какие-то маленькие сладкие почему-то цветы. Может быть, это даже ландыши, но я ландыши не очень люблю. Они очень приятные, такие зеленые, свежие, даже не зеленые, какие-то салатовые такие стебли. Такой бриз. Но мне сложно сказать, что это соленая вода, потому что соли здесь я вообще не слышу. Я слышу свежесть, я слышу небольшую такую сладость цветочную, если вы вот понимаете, о чем я говорю. То есть это не искусственная какая-то сладость или не фруктовая, это именно цветочная сладость. Вот цветы такие немного сладковатые. Очень сложно передать. Ой, мне прямо очень нравится, мне прямо очень нравится. Я очень довольна, огромное вам спасибо. Я в шоке, оказывается, акватика бывает разная. Даже несмотря на то, что это не мое любимое направление, но опять же, еще раз повторюсь, да, уже в какой раз, у меня нет ни одного акватического аромата, ни одного. А этот мне нравится. Ой, класс, буду разнашивать, обязательно потом поподробнее вам расскажу, чем же это пахнет, что это такое. Первое впечатление классное, мне очень понравилось, огромное спасибо, я в восторге. Я в восторге, ура, 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 ура. И у меня уже руки чешутся пробовать все вот это вот, вот эти мюглерчики мои драгоценные. Все попробую, вам расскажу. Друзья, спасибо за просмотр, всем пока.